Всем привет! Хочу поделиться рецептом питательной маски. Эта маска хороша очень для сухой кожи, очень полезно ее делать зимой, когда мороз, ветрено, очень хорошо она увлажняет и питает кожу. Что нам для этой масочки нужно? Вот я взяла малинку, мороженое у меня было, чуть-чуть бананчика, такая вот шайбочка. Надо будет пол чайной ложки меда. И чайная ложка сметаны. Сметанку лучше брать домашнюю или же самую жирную в магазине. Все это надо будет вилочкой размять до однородной кашки. Вот такая вот масса получилась. Что вам хочу сказать? Такую маску очень полезно делать хотя бы 3 раза в неделю. Очень хорошо она питает кожу. Конечно, сюда можно добавлять разные фрукты, какие есть, мороженые, свежие. Очень полезно для кожи, допустим, хурму добавить или морковный сок тоже можно. Если у вас аллергия на какие-то продукты, то, конечно, эти продукты лучше исключить. Такая маска наносится на 15-20 минут на лицо, чистая, смывается теплой водой и по необходимости наносится крем, там увлажняющий, питательный. Вот, попробуйте такую маску, может, вам подойдет, понравится. Все, всем пока!